чувствовал, горело теме, ужасно нервничал в то время. Да сегодня, но почему я должен быть сумасшедшим бомжем? Болезнь не лишала меня чувств, на самом деле она устроила груз. Прежде всего слух стал чувствительным, деликатным, острым и поразительным. Научилась тонко понимать мое, что происходит на земле и в небе. Да все, даже больше, чем то, что происходит в аду. Не верится то, что это со мной наяву. Как я мог быть вполне не сумасшедшим, с небес сошедшим, либо из земли пришедшим? Какое спокойствие и причину я могу назвать о ходе всего этого мероприятия, так сказать. Каким образом та мысль поразила меня впервые? Не могу определить, где мертвые, где живые. Но с этого момента, как я понял, это точно. Оно начало преследовать меня днем и ночью. У меня не было особой цели, на мой взгляд. И я ненавидел того, как завял жизнь и сад. Он никогда не мешал, никогда не раздражал меня. Смотрел из окна на него, и он напоминал тебя. Золото, но мне кажется, что его взгляд нагло надо мной куражится. Тогда и странно раздражающее, все пространство раздвигающее. Чувствую, будто кровь сгустилась в вена. Довольно легкий план зрел в этих стенах. Освободиться от этого взгляда раз и навсегда. Я сумасшедший сегодня, стою возле окна.